Всем привет! И в этом видео я хотела бы вам показать трикотажный пуловер для женщины. Это будет видео об одежде Faberlic. Естественно, это будет с примеркой. Коллекция называется «Зимний уикенд». Это коллекция представлена в 16 и в 17, то есть в текущем каталоге 2017 года. Я заказала в 42 размере. Артикул и модель вы видите, цвет молочный, 42 размер, состав 95% полиэстер, 5% эластана. Что мне понравилось? В первую очередь мне понравился принт этого пуловера. На таком молочном фоне вот такие девушки с макияжем. По-моему, очень симпатично смотрится. И мне понравилось, как эта модель смотрится именно в каталоге. А также меня очень заинтересовала ткань этого джемпера. Она из бархата. Она очень-очень мягкая на ощупь. Она очень-очень приятная, мягкая к телу. Это бархат. Так выглядит с изнаночной стороны. А рисунок здесь нанесен поверх материала. И краска, скорее всего, облезет через несколько стирок, потому что вот таким образом это все выглядит. То есть вот просто краска нанесена, так как сама ткань такая ворсистая, то есть не гладкая, краска таким образом не очень-то плотно на ней держится. Если растянуть, растягивается вот и краска, и скорее всего это все через несколько стирок у нас облезет. И донашивать уже придется этот пуловер дома. Это меня не очень устраивает, несмотря на то, что цена просто крайне бюджетная. Но, тем не менее, хотелось бы что-нибудь такое, то, что я буду носить с удовольствием и не один сезон. Вот таким образом выглядит этот джемпер. Я его примерила, и мне понравилось, как он смотрится на мне. Очень хорошо будет смотреться с любыми джинсами, естественно, с какими-то классическими брюками, юбками нет. Это абсолютно такой casual вариант. Подошел мне размер, это свободного силуэта джемпер, поэтому никаких нареканий у меня нет, ни по длине рукава, в общем, все хорошо. Единственное, вот меня смущает то, что все-таки этот рисунок долго не продержится на этом бархате. Пока еще думаю, не знаю, возвращать или оставлять. Если вам мое видео понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Я всем вам желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока!